встреча каждого Нового года всегда заканчивается одинаково – церемонией прощания с елкой. Кстати, некоторые делают из этого настоящее шоу. В сети немало видеороликов с настоящими курьезами, и вот лишь некоторые из них. Кто-то выбрасывает облысевшее новогоднее дерево прямо из окна. Редко оно долетает до земли, зато легко застревает на других деревьях или запутывается в проводах. А некоторые не выбрасывают елку до тех пор, пока с нее не упадет последняя иголочка. Долго ждать не приходится. Но живой елке даже после праздников можно дать вторую жизнь. Хвоя еще долго не потеряет свои свойства. И в первую очередь это касается аромата. Просто прокипятите воду с еловыми веточками, и дом снова наполнится ароматом праздника. Кстати, если у вас так же, как и у меня, небольшой насморк, достаточно будет пару минут подышать над этим отваром. Это будет очень полезно для организма. Несколько минут такой ароматерапии в простудный период можно проводить и для профилактики. А после на отваре можно принять ванну и даже вымыть хвойным бальзамом волосы. Обычно елки осыпаются неравномерно, присмотритесь, возможно, верхние, либо наоборот, нижние ветки еще целы. Тогда их можно обрезать и поставить в вазу вот такой вот зимний букет. Я еще добавила декоративные элементы, и получилось вполне симпатично. Ну а если уж вы надумали просто выкинуть елку, делайте это правильно. Ни в коем случае не кидайте ее в мусоропровод. Вынесите на улицу и оставьте рядом с мусорным баком. Такие отходы вывезут отдельно.